Есть, ребята, всем привет! Сегодня с вами я один, потому что Никита в школе, у него уроки. Короче, спасибо, что все пришли, очень приятно. Поставьте лайк под это видео. Я читаю чат, у меня есть телефон, он заряжается там на всю, все в порядке. Сегодня будем играть в CSGO. Где она? CSGO. Вчера я обещал это самое, так как я травка. В смысле, не я травка, а ник у кого-то, я травка, его пригласить в игру. Потом я приглашу в игру, нявки рулят. А если эти два парня не пригласятся, потому что они донатили, я приглашу геймера, геймера 337. Короче, такая информация. Надеюсь, что я никого не обижу. Так, Дэдпул, я смотрю, с нами. Дэдпул, приветище. Так, геймер 337 только что сказал. Так, откройте кейс, не знаю, кейсик. Никита сказал, что там какие-то нужно деньги вливать в эти ключи какие-то дикие. Поэтому, ребята, кейсов пока не будет. Итак, короче, давайте. А, вот здесь же нужно искать. Так, нявки. Нявки рулят, нету нявок. Нету, небо поможет, лягушка Витя. Так, и здесь нету. А я всех добавил, ребята, момент. Момент, как тут добавлять-то? А, давай быстрее. Так. О, 4, 4. Я сегодня уже добавлял, наверное, штук 15. Так, короче. Дэнни. Добавляем. Дэджин добавляем. И Дэвил. Ивил просто. Одни страшные какие-то к нам добавляются. Так. Так, нявки рулит не нашел. Так, потом, кого я хотел-то? А, все забыл. А, я травка. Я травка. Так, ты что же на русском? Я травка. Нету, я травки. Я травки нету. Так, ладно. Значит, у нас последний. Это геймер. Где ты? Геймер 337. Я тебя приглашаю, надеюсь, что ты успеешь. Геймер 337. Опа! Пошла процесс так. Привет, это снова я. Удачной игры. Иван Филатов, большущий тебе спасибо, Иван. Какой-то у нас косяк на царе доната. Сейчас попробую исправить. Так, Иван Филатов, привет, привет. Удачной игры. Спасибо. Сейчас мы попробуем затащить. Сейчас будем тащить. Сейчас пока будет все это загружаться, я попробую настроить там. Вчера Никита что-то ковырял, ковырял, не ковырял. Так. Вот, нет, вот. Погнали! Обычный. Так, о, все с нами. Так, геймер! Здорово, парни! Сейчас напишу. Привет! Здорово. Привет! Йо. Погнали! 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 Поздравляю, Никита! Да, Никита вчера занял первое и второе место в этом. По фортепиану, короче. Вот такой вот результат. Я счастлив. Вчера был как слоняра просто. Ну, я и сегодня счастлив, но вчера прям меня переполняло. Так, а где же это все исправлять? А, вот тут, наверное. Так, я надеюсь, что я ничего не накосячу, потому что я не специалист. Я вообще не специалист. Во! Что-то пошло. О! О! Во! Нет. Во, вот так. Все, надеюсь, что всем я никого не обидел. Вот, Иван Филатов! Спасибище тебе еще раз. Так, теперь мы делаем вот так. Опа! Вот хотим два монитора, чтобы он здесь стоял, а не там. Чтобы вот так не делать. И когда-нибудь мы по-любому его приобретем. Через год, через два, через пять, через завтра, не знаю, всякое может быть. Но мы его точно приобретем. Так. Вот пойду с геймером. О, у меня пинг пришел. Так, теперь кик-бот нужно сделать. Кик? Нет. Кик? А нет, бот. Бот. Кик. Все, погнали. Сейчас сделаю потише. Ага, нужно Т, да. Как чат-то включить? Как чат включить? Короче, спасибо, парни! Так, читаем чат. Александр, отец, передай привет. Все Беларуси, пожалуйста. Беларусь, смотрите, привет. Сказали, братский народ, стрим... приветище. Там было написано, так, Илья Драйверок, привет. Спасибо, что ты с нами, что так честно здорово, к нам приходишь. Отец. Очень приятно. Так, Саша, Милань, передай привет. Здорово.
Передайте привет жителям города Мурманска. Без проблем, Даниил, спасибо за донат. Передайте привет жителям города Мурманска. Городу Мурманску, вот такой короче, привет огромный. Вообще хочется, когда-нибудь вдруг у нас появится средство вообще попутешествовать по стране. Потому что очень дорого просто так взять, пойти, билеты куда-нибудь поехать. Реальные цены какие-то. Ну, по крайней мере, для нас. Здорово. Ну, это реально. Для нас, к сожалению, нереально. Ну что, сейчас сзади всех обойду. Бомба заложена. По-любому на А. Вот это мы прав. Сейчас все скажут, игра лагает, вот клавиатура какая-то. Вообще неудобная. Парни, извините, это из-за меня. Мит. Вон он. Здорово! Да что ты? Это мид. Опа! Их там двое было. Ладно, сейчас затащим. Так. Отец, у меня вопрос. Никита, где? Позовите Никиту. Никита в школе, ребята. Я отрываюсь дома один. Крутец. Отец, а ваш друзья? Так, вот это кому нужна? Мне нужен десерт игл. Я все деньги потратил. Вот это жесть. Ладно, будем с этой пукалкой сейчас играть. Так, как это включить? Погнали! Куда? На А никого нет. А чё один стоит? Двое стоят? А чем они тут занимаются? Парни, не стойте на базе, вы чем занимаетесь? Они начинают сейчас. Это что? Взрыватель пуканов? Взрыватель пуканов, что за ник? ТБ. Класс. Так, вы не отвечаете, да, ребят, сейчас отвечу. Телефон тут лежит, он заряжается. Взрыватель пуканов разорвал просто. В клочья порвал. Для них и... Отец, пригласишь в следующую игру, пожалуйста. Так, Ростик Агатов, ола. Наверное, у Ростика классное настроение. Классно, когда классное настроение. Так, ребят, все, я готов к битве. Давайте без АФК, парни. Все, двое стоят, класс, вот это дикая игра. Серьезно. Двое стоят на базе, остальные Отец, пытаются затащить. Посмотри на меня, сейчас прикол покажу. И шансов у них, по-моему, нет. О, на! Твои приколы! Так, а что у нас, двое на базе, а ну-ка мы сейчас посмотрим это дело. Окей. Что это за дела? Или нет никого на базе? Все, нет никого на базе. Ну как-то они вяло начинают. Игрок! Привет, это снова я. Передаю привет Федору Капулеву, Александру Ерофееву. Чёрт ВП. Так, Иван Филатов, привет, спасибо тебе еще раз. Это снова я. Передайте привет Федору Хатулеву. Федор, привет. И Александру Ерофееву. Александр, привет. Не, я не тащу, ребят. Чё-то. Так, автопокупка. Есть. Нормально, на четвертом раунде я загоняю. Короче, я знаю, что они сейчас будут делать. Они сейчас вот отсюда все пойдут. Я их тут встречу. Давай! Все, по-любому, они сейчас побегут с коротким самым путем. Ну давай, все, я готов. Давай. Нету? Ну ладно, раз нету, значит... Вон, все, они уже на Б пошли. А, где бомба? Все, погнали. Ууу, что здесь? Это Б, дайте, пожалуйста, дроп, есть у кого? Ребят, дроп, дайте, пожалуйста. Все, отлично, по-моему. Что дать? Все, крутец, Вот это я зафейлил. Так. Сергей Головской спрашивает, привет, где Никита? Никита в школе. Он по субботам учится и придет домой где-то в час. И мы начнем снимать конкурс, потом я его буду монтировать. Потом у нас еще свои дела. И, наверное, вечером будет еще какой-то стрим. Не буду обещать ничего. Отец, скажи что-нибудь. Так, Дэдпул. Почему опять? Перейдите кто-то к нам, парни. Так, вот. Все, читаю, говорю. Да, перейдите к нам, пожалуйста. Алло. Блин. Привет, как тебя зовут? К нам перейдите. Серега, здравствуй, что ты хочешь сказать? Сейчас бомба взорвется. Вы самый лучший ютубер. Жду, когда у вас будет 1 миллион подписчиков. Так. Кому дроп дать?
Я вас не знаю, все. Очень приятно, что ты позвонил, сказал об этом. Отец, хочешь? Все, тогда давай, пока. Автомат с глушителем. Пока, пока, пока. Серега. Сережа дозвонился. Так, я, по-моему, купил какой-то. Вообще пистолет отвратительный. Так, ладно, значит, флешбек пошла. Опа! Вон он, вон он, вон он, вон он, вон он, вон он. Там один есть. Там один есть! Инфу палит. Это он тебе, ребят. Вот! Все, это смерть. Зато он быстро как перезаряжается. Опа, никого. Опа, никого. Это Зига. Может, мы сейчас выиграем? Что за лаг? А, мне нужно какое-нибудь оружие! Дайте супероружие мне! Вот оно! Но это не то! Ладно! Парни, я выкинул ВП, кому надо! О, дайте мне, спасибо! Так, автопокупка, гранаты, вот! Я хотел взять! Я уже разбираюсь, вот ты и... Так, что? Нет, да! Кто-то свистит! Кто, а кто? Опа! Ну-ка, я здесь контролю! Помогите! Вот тут встанем! О, сейчас прочитаю, извините. Извините, такой это момент. Я не сюда, вот даже пришел. И он даже стрелял. Это А. Все, короче. Один нашел. Один они шел. Все на А. Сейчас. А, давай. Сейчас мы должны... Флешбек пошла. Опа! Да ладно, никого. Бомба has been planted. Все. Да, окей. Ну, как бы мы не где убить, где, а? Отец, говори. Где, отец? Данил, это я, Данил, снова передайте мне привет. Данил, привет, еще тебе огромный просто. Вот такой. Даже больше, вот даже не знаю какой. Ну, привет, который на прям самый секунд, привет да. Из приветов. Да. Алло. Привет, как тебя зовут? Дима, я вчера вам поздравление в Майнкрафте звонил. А, привет, Дим, ой. Очень приятно, что ты сегодня с нами. Что ты хочешь сказать, Дим? Да, хорошо, я ему передам. Да. Также хочу, чтобы у вас было... Ты сейчас говорил? Так. Сейчас у вас CSGO был Global. Это какой-то ранг, да, самый крутой? Да, это самый лучший ранг. Ребят, давайте... Хорошо, хорошо. Я учусь, в общем, я иду к Global медленно, но верно. Я ему хотел. Почем видео снять? А, так ты дело в том, что там как дорого Зига. Это все стоит. Ты не знаешь, сколько стоит открыть кейс черт, один? Черт. Я понял. Там качество оружия хорошо. Можно выбрать. Уходим. Коробка. Ну, как да, ну мы, не, ну вообще интересно, да кейсы открывать. Но, по-моему, это очень дорого стоит, что-то такое. Коробка. Ну ладно, не, ну будем скрывать, да, я не скажу, когда, но будем, точно, да. Все тогда? Давай, пока, спасибо, что позвонил. Давай, давай. Все, это был крыс стайл. Я стал в углу, я одного замочил. Так, приближаемся. Крутец. Так, на Б никого нету. А это значит, что мы летим на Б. Всеми парами. Флешбек. Опа. Присели, пробежали, присели, никого. Крутец, никого нет. То, что отец говорит. Ну, флешбек, я вам скажу. А, вон он стоит! Есть! Хорош! Крутец! Так, а у него, наверное, АК-47. А ну-ка, как он? Г. Во, класс! Вот это крутец. Вот, да ну прыгай, г. О, погнали. Где? Еще один противник. Или не один, сколько их там? Один остался. Калашки не кварцы не сейл. Перезарядки нету. Он, наверное, вот этот противник, который за машиной стоит. А нет, он не стрелял, по-моему. Дробовик, кстати, очень хороший. Ну, о, вон там, вон да. Там стоит. Не, это мой наш, наверное, кинул. Ну, я даже не знаю. Опа, она нету. Нету. Он на сейл. Нету. Нету. Двери что же делать? Чисто. Ха, а это наш. Вон он. А, он у себя на базе двери стоит, все. Да? Где-то. Сейвит. Ну, скорее всего. Как? Сейвит. Скорее всего. Он я не пойду. А, все, одна секунда. Спецназ затащил. Мид, он да. мид. Давайте. Кера килл, конечно, я тебя помню. Как же забыть? Мид, помогите. Спасибо тебе большое, что ты пришел, что с нами. Крутец.
На базе его не было. Так, отец, передай мне привет, я звонила. А, вам три раза и в чат ушел. А вот Иван Желдак. Привет, Иван, спасибо, что вы с нами. Очень приятно. И вообще классно, что вы приходите. Это так стимулирует на то, чтобы какие-то новые стримы записывать. Вот эти видео наши записывать. Прям очень приятно, когда есть зрители и... И да, говорят, что о, классно, классно, прям. Митчи, коробка топа, коробка топа. Когда твой шут, в общем, оценивают как-то. Хорошо. Это очень приятно. Опа-на! На! Ну, блин, ну, пожалуйста. Это взрыватель пуканов! Разорвал меня. Идут, идут, лоб. Так. А, вот, телефонный звонок, телефонный звонок. Алло. Алло. Здравствуй, как тебя зовут? Илья, привет. Что ты хочешь сказать? У тебя фамилия не Драйверок, случайно? Блин, Илья, вообще. А, ну давай, что ты хочешь сказать? Привет, Илья. Нет, это вообще. Да, с ножа убить. Слушай, ну это нереально. Не надо мне сейчас такое задание давать, потому что я все время буду опять умирать. Шарта захожу. Нет. Ну, дай, но я не знаю, буду я его делать или нет. А из десертыгла? А сколько раз убить надо? Ну, два в одном раунде или два за всю игру? В одном раунде. Ну, без проблем, хорошо. Хорошо. Давай, пока. Короче, ребята, вдруг кто не слышал, Илья мне дал задание в одном раунде из пистолета убить двоих. Я ни разу не попал. Сейчас я буду стараться выполнить это задание. Крутец, вот это я понимаю. Сейчас будем с этого, с пистолета. Опа, просто световую-то можно осветить? Да, ну, погнали, да, на Б. Давай, опа, а у меня никого. Так, они даже, я, наверное, так быстро стартану, что флешбек можно не кидать, наверное. Что? Миссион комплит на 50%! О, что это? Ну-ка, уйди от меня. Вы видали? Вот это крутец. Ну давай, еще одного. Еще одного и будет. Вон он. Нет, пойду на А. Хопа, прыжки, все дела. Ну пожалуйста, я еще одного хочу так же. Все, флешбек, это где? Нет, это не флешбек. Топает. Давай. А ты? Где? Где противник-то? Он же тут должен быть. Ладно, погнали. Ну хоть бы я еще. Что за лак? Эх, спецназ. Хорош. Так, я выполнил. Ну вы видали, как я меня хэдшот просто зарядил. Так, еще мне нужно заново, в общем, выполнять. Нужно двоих убить в одном раунде с десертыгла. Про, дай дроп. Так, я предлагаю повторить. Нет, я сейчас отсюда обойду. Главное, что от меня этот не попал. Снайпер. Опа. Да, не попал. Крутец. Опа, флешбек пошла. Ну давай, куча стоит. Ни одного. Опа. Флэшбэк. Я даже не знаю. Не, буду посмотреть. Ну давай. Нет, нижнюю. И там никого. Все. А, он там, наверное, стоит у себя на базе. И вот этот проход смотрит. Нет, смотри, вот он сейчас побежит, и его бах. Все, короче. Не, нужно, значит, вот сюда. Опа. Ай, как? Что это? Есть! Крутец! Так, ну ладно, так как у меня нет шансов на победу. Эх, если бы я здесь еще и в этого попал, это было бы круто. Так, пригласите меня, мы вчера обещали, мы у них самое вредное. Так, самое вредное, без проблем. Сорян. Я не помню, что я обещал вчера, но я запишу твой ник. Самая вредная. Пацаны, все, без открыть. Проблем. Так, пистолет, гранаты. Давай, Илья, твое задание выполняю. Так, на бег пошел только один. Это значит, что мне нужно к нему присоединиться. Там уже у них костер горит. Потому что я не могу... Все, это тоже бежит без остановки. Не, остановись. Давай, мы вдвоем. Нету никого. О, есть кто-то. Нет, это значит, что нужно аккуратненько. Ладно, подождем этого противника тут. Давай, выходи, негодяй. Так, ладно, раз, два, три. Нету никого.
Ну, надо побеждать, по-моему. Вон он! Ааа, давай, прыгай. Вот тут, я знаю, Никита мне говорил, можно подпрыгнуть. О, где? Кто? Бач! Вылетела игра, елки-палки. Где CSGO? Ну, что-то это задание с пистолетом тоже, оно очень сложное. Конечно, в руках профессионала наверняка. Мы выиграли. Нет, мы проиграли. Смена команд. Нет, мы проиграли. Так, создаем новую. Нет, нет, нет. Создаем новую игру. И сейчас я приглашу самую вредную. И подожду 30 секунд, пока... А, и приглашу других. И подожду 30 секунд, так как стрим идет с задержкой в 30 секунд. Нужно, чтобы, ну, информация дошла до вас, до зрителей, до нашей, а не только до тех, с кем мы играем. Так, взрыватель пуканов. Приглашаем. Dead God. Приглашаем. Фнатик. Я надеюсь, это тот самый Фнатик. Так, приглашаем. Хаттабыч, приглашаем. Big John Play. Big John Play с нами. И еще один. Бородач Елисей. Приглашаем. Так. Так, прошло 30 секунд? Нет, наверное, не прошло. Алло. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Андрей. Андрей, здравствуй. Что ты хочешь сказать, Андрей? Еще, что ты хочешь пожелать? Пожелать, чтобы вы снимали удачно. Всегда. Так. Будем, да, но вот я знаю только как CSGO запускать и GTA. Другие игры я не знаю как запускать, поэтому вот я в только в эти играю. Никита, придет, что-нибудь придумаем. Да, будут и другие игры, будут. Давай, пока, спасибо, что позвонил. Все, крутец. Так, ищем. Вылетел опять CSGO. Так, самое вредное. Так, самое вредное. А, вон она была. Самое вредное. Поехали. Все, самое вредное, я тебя пригласил. Надеюсь, что ты зайдешь к нам. Сейчас почитаю. Самое вредное с нами. Я недавно звонил. Илья, я недавно звонил. Спасибо, Илья, очень приятно. Прям крутец. Самое вредное не успела присоединиться. Что же делать? Давайте еще. Так. Парни, я еще раз перезайду. Давайте еще раз. Надо дать второй шанс. Надо давать шансы. Так, раз, два, три. Ну, я надеюсь, что самое вредное на этот раз успеет зайти. Так, а пока я создам игру, все дела. Так, из мастерской. Так, пользователь. Так вы просто это я ничего не разбираюсь. Да, сдонать. Так, обычный. Так, самое вредное. Нету самой вредной. Ну что такое? Самое вредное. Вот, два раза я пытался тебя добавить. Все, погнали. Не, обычный режим. Другую карту? Другую карту? Сейчас прошу. Кликните кого-нибудь. Сейчас прошу. Нет, да, нет. Го. Да, другую. Го эту. Го мираж. Короче, ребята, давайте я... Ну, я не знаю, как другую выбрать. Так, параметры игры. Так. Карты передовой. Да шкафки гугрут эти гиды, всё. Не знаю, что это значит. А, вот. Вот. Карты сейчас спрошу. Карты передовой. Карты передовой включать. Ставьте, какую хотите. Мастерская. ОВП, Лего. Вот, да. АВП, Лего, Бразил. Короче, я включаю Dust 2 Night и поехали, парни. Все, го. Го! Так, а как вам задонатить? В описании есть ссылка, переходите, смотрите. Мистер Эндрю, вы самые крутые, спасибо большое. Передай, я ушел чат. Артем, ой, боюсь, фамилию неправильно прочту, поэтому я скажу тоже тебе привет, Артем, спасибо, что ты с нами. Так, террористы, а вот, это же бот. Так, бот кик. А вот нужно тап нажать. Опа! Меня Никита научил.
Так. Лягутину Степану привет, приветище. Илья Чепайкин, привет. Привет, Илья. Передай привет Айдару Салиеву. Вот, Айдар Салиев, привет. Где тот модул? С того модулоса нет уже, на который мы делали этот обзор большой. И в лесу там с ним бегали и зажигали по полной. Но уже нет у нас этого модулоса. Бластер. Вот такой бластер, кстати, всем рекомендуют. Крутец. Да. А, вот. Алло. Привет, как тебя зовут? Паша. Паша, здравствуй. Что ты хочешь сказать, Паша? Отец, давай этот ГГП сюда. Спасибо тебе большое, Паш. Что-то еще? Ну, нет. Давай, пока, Паша. Да, он не знает, как. Крутец? Нет, ГГП сюда с карту. Никита занял вчера первое, второе место, вдруг не знает. На соревнованиях по фортепиано. Класс, молодец. Так, я пытался зайти, комната переполнена, ну не знаю, другие же как-то заходят. Другие же как-то заходят. Так, в общем, продолжаем выполнять задание. В одном раунде двоих. Что это? Зачем? Мне стрелять не надо. Так, вот парни, го вот сюда. Вот, вот сюда. Так, опа! Опа! Ну давай, ну пожалуйста! Эх, вдвоем убили. Не знаю, это считается или нет. Нет, наверное, не считается. Флешбек пошла, куда? Давай, покажись свою. Опа! 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 Есть! Ну, о, это мой. Это, наверное, не считается. А, это я его убил. Я его добил. Ну, короче, одно это. Одно я выполнил. Ну, на 50%. Эх, ёлки-палки. Впятером против троих. Крутец. Пригласите кого-нибудь, чтобы было 5 на 5, пожалуйста. Так, это соревновательный режим? Нет, это не соревновательный режим. Это обычный вроде. Вроде. Так. Я же не ставил соревновательный. А это соревновательный или обычный? Обычный. Обычный. Так, все, погнали. Все, 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 давай, давай. Опа! Есть! Я один его убил. Хедшот. Так. Крутец. Давай, еще одного. Опа, опа, опа. Опа! Он меня убил хэдшотом, вот негодяй. Ну ладно, я постоянно одного только убиваю. Так, мобила работает, мобила работает. Что за крик был дикий? Кто кричит, кому плохо? Еще один. Так, 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 так. Да, здорово, Санёк. Помнишь, я в Котово, в соседнем подъезде жил Виталя. Виталя! Я, конечно, тебя помню. Виталя 34 РУС. Слушай, а какой твой ник? Может, есть вот он? Конечно, я помню. Вот это крутец. Кто бы знал, что мы здесь найдёмся. И у тебя даже помню, что в Одноклассниках ты, ну, со своей супругой на этой, на как её, на аватар. Ну, раньше был, по крайней мере. Сейчас давно уже не заходил. Слушай, а если у тебя этот самый... Как его? Ну, вот в этой вот, в CSGO, ник напиши, пожалуйста, я тебя прочту. И мы сыграем сейчас в команде. А, вот это класс, ребята. Так, купить предыдущие, вот. Нет. На нож его, на шашлык. Пистолеты, гранаты, погнали. Да. Удачно мы погнали. Да. Да. Вот это да, Виталик. Ну, давай, я жду, когда ты напишешь, может быть, или зарегистрируй. Чтобы играть в эту игру, в общем, ее нужно купить. Она стоит в районе 500 рублей. Бывает, так, что это, какие-то скидки там, и намного дешевле можно купить. Вот Никита успел на эту скидку и купил эту игру за 160, что ли, рублей, что-то такое. Прям весь комплекс там, по-моему. Ну, я не знаю, не помню. Ну, в общем, вот так вот. Так, 5 на 5? Нет. А как же кого-то пригласить, а? А, я знаю, как вот. Сейчас я приглашу вот этого. Вот этого самое вредное. Зарит, а как это сделать? Не знаю. Тебе в банке отходит. Вот, Артём Геймер. Бери бомбу, бери бомбу, бери. Говорит, пригласите. Пригласить в игру. Так, Джо. Лоль, it is very lol, my friend. И русский медведь.
пригласить в игру. Ну, ребята, я не знаю, я сделал все, что мог. Ло-ло-ло-ло-ло. А, русский медведь с нами. Взрыватель пуканов тоже с нами. Все, один вышел. Как так играть можно, а? Что за безответственные игроки-то, а? Пошли. Так, ладно, я не знаю, я пойду за командой. Вообще, мне нужно бегать одному, потому что тогда есть больше шанс кого-нибудь попасть. Хедшот. Вон они все там. Не дай бог, сейчас обойдут. Ааа, пошли! Есть, нет! Я прям голову штукал. Все, они сейчас тут с двух сторон будут. Ну все, шансы есть. Так, отец, давай меня в Steam, Саша Лазунин. Ты добавил свою ногу, парень. Ну добавлю, перед следующей игрой обязательно мы это сделаем. Так, мы что играем? Почему нету 5 игроков-то? Добавьте кого-нибудь, а, пригласите как-нибудь. Так, пистолеты, гранаты. Я продолжаю выполнять задание. Убить десерт игла двоих в одном раунде. Зачем в ВП-карту? Не каждый может играть на ВП, ты понимаешь? ВП-карту мини-игры. Негодяй. Так, короче, чё Александр хочет, то и ставит. Мне сегодня купят Nerf Crossbow. Вот он уже поставил The Dust 2 Night. Так вчера ты что-то вы заиграете. Я добавляю в этот самый Steam перед каждой игрой заново. Поэтому добавлю. А, могу сейчас добавить. Сейчас же. А, нет, уже все, началась игра. Так, купить предыдущие. О! Никита меня научил, как надо. Так, ну в общем эти крут просто как танки. Сейчас я тогда их осви. Это. Гранаты это. Вот отсюда прям хопа! И сейчас нахожу, и прям хедшот. А, нет. Ну ладно, идем. Опа! Это А опять. Ну давай. Ну пожалуйста! Ну я прям в него же стреляю. Вот негодяй. Мы все тут подписчики, спасибо. Так, ты крутой отец. Да ладно, я такой же, как и все остальные. Просто у меня есть канал. Ну чё, а так, все отсылки такие классные. Так, передай привет Косте из Беларуси. Привет. Приветище. Так, ну по-моему это нереальное задание. Мне больше нравится с АК-47 бегать. Не, пойдем. Пойдемте вон туда. Вон туда, не туда, а туда. Все, пошли за мной. Сейчас команда подтянется, и мы будем бежать туда всей командой. Ну я вот так вот мышку сделал, и все равно не убью его. Вот негодяя. Нету слов. Ну как так? Какой у меня счет? Я бегу 0. Нет, ты двоих как-то убил. 2-7. Не, ну у кого-то у геймера 1-7. У FastFan 1-5. Так что я еще и не самый плохой игрок в нашей команде. О, 5-5, все, погнали. А, последний раунд. Короче, у меня есть последний шанс. Последний шанс, чтобы выполнить задание. Ну, я надеюсь, я его сейчас сделаю. Ну, по крайней мере, очень хочется. Но я больше не буду. О, да! Где флешбек? Вот он! Здорово! А, там еще... Что ты будешь делать, а? Все, будем здесь по-своему. Так, они стреляют мне, привет, пожалуйста. Я из Алматы, это Казахстан. Я знаю, где это Алматы. Тимофей Белоконь. Привет еще тебе, Тимофей. Пригласи мой ник К1НК. Так. К1НК. Сейчас пригласим. Вообще без проблем. Так. Да что стало с модулусом? Сломали или продали? Вы просто у нас тоже избавились мы от модулуса, короче. Был он у нас в руках, и мы его не сломали. Просто его у нас больше нет. Так, короче, ждем 30. А, нет, добавляем друзья всех, кто вновь добавился. Если они есть. Вот три парня каких-то. Но приглашений два. Так, The Fox и Fastik. Вот так вот. The Fox и Fastik. Мы вас приглашаем в игру. Так, сейчас подождем чуть-чуть. Чтобы все поняли, что игра-то закончилась. Так. Лайк, лайк. А, ребята. Ставьте лайк, кстати, под этим стримом. Будет очень приятно. Так, привет. Не успеваю читать. Мега Хелл просит, чтобы его пригласили. Так. Мега... А, ушел. Мега Хелл, короче. Хелл.
пригласи Тобой. То.бой. А, кстати, я в стиме никого не приглашаю, добавляйтесь сами. Места, по-моему, есть, и их очень много, потому что мы всех выгнали. И когда заново опять все друзья заполнятся, мы заново всех выгоним. Ну, чтобы они постоянно обновлялись, чтобы другие, ну, смогли играть. Короче, погнали. Так, ищем. К1НК. К1НК. К... Вот он! Вот он! Пригласить в лобби. Все, я дал шанс. К... Так, Мега Хелл и Тугой. Мега Хелл. ХЛММ, ну где же? Все. Все, не успел. А так, вот Кинг с нами. Мега Хелл с тупой нет. Они вообще есть между друзья? Так, Мега Хелл. Так, сейчас прочту, ребята, спасибо. Можете не выполнять. ХЛММ, Мега Хелл тупой. Их не, обоих нет. ХЛММ просто. Зе Фокс есть. Отец, меня вкусно или нет? К сожалению, Кик Ван, пожалуйста, ГГВП зайдет. Окей, хорошо. Не, никого кикать не буду. Как? Не, вы что? Кик это не наш вариант, ребята. Мы никого не кикаем. Так, погнали. Даст два на. Так, Илья, можете не выполнять? Все, Илья, спасибо, что ты вошел в положение. Потому что, ну, вообще... Ты видишь, как получается? Я бегаю с пистолетом, и нету шансов на победу. Они просто вырубают меня. Так, сделайте потише. Сейчас будет все потише. Так, а потише сделать, наверное, вот так надо. Нет, не так. А как делать тише-то? А, вот этот. Так, сделайте потише. Я надеюсь, вот так будет нормально. По-моему, это просто звук в ноль ушел. Во, вот так. Вот так, наверное, нормально. Во. Я надеюсь, я сделал потише, и всем стало, ну, более комфортно смотреть. Так, телефонных звонков нет. Привет, я хочу поздравить Никиту с первым местом. И еще... А что еще? И чат убежал вверх и не успел прочитать. Я без тебя все. Именно поэтому мы копим на монитор, поставим здесь два монитора. И будет и чат постоянно доступен. И вообще будет. А, боткик. Будет вообще очень круто. Так, боткик, во. Зачем делать боткик, я не знаю, но я делаю боткик. Так. Мега Хелл. Ну, Мега Хелл. Я тебя искал и не нашел. Мега, нижнее подчеркивание, Хелл. Ну, не знаю. Добавься в друзья в Стиме. В описании есть ссылка на Steam, поэтому добавляйтесь сами. Мои цвета, блин. Так, привет, добавь меня в Стиме. Еще привет Денису. Денису, Дане, Андрею из Питера, мистер Алекс. Привет этим парням. В Стиме добавляйтесь, пожалуйста, сами. Потому что я не добавляю. Я, во-первых, это и не умею. А во-вторых, если вы хотите поиграть, то вы добавьтесь сами. Так, ну что, погнали. Я в следующем раунде. Все, я надеюсь, что... Ну вот этот единственный раунд. Если у меня одно хп было. А, почему такое неравное количество хп? А, одно хп было! Пригласить. Настрое. Так. Биг Джонни, пригласить. Вест. Пригласить. Я правильно все сделал? Так. Еще один. Опа! Флешбек пошла! Ага, наш его на нож просто. Так, ну как же быть-то? Одного игрока-то нет. Одного игрока-то нет. Одного игрока-то нет! Пригласите как-нибудь, а то я не умею. Опа! Все, мы победили. Я кинул флешбек, это залог победы. Зайдите на мой канал, Фризлин просит. Отец пригласи пригласить? Самую вредную первой. Дэдпул, самую вредную сейчас время. Приглашу. Но вообще в порядке очереди, ну сейчас что? Будет мега хелл. Пусть другие заходят, так, пусть другие заходят. Отец, привет! Ну, Дэдпул ВХ. Отец, привет! Пригласите кого-то, чтобы играть 5 на 5, а то так неинтересно. Только не Дэдпул, а ВХ. Так, пистолеты где? А, у меня уже все есть, наверное, да? Опа! Нет, где? Где? А вот он. Я пригласил, отец, я пригласил.
Погнали, парни, я пойду этим путем, потому что там дым. А дым не наш вариант. Бомба заложена. Вон он, противник, я вижу тебя. Давай. Нет, я не вижу. Хопа, ниндзя стайл. Никого. Вон он. Сейчас я выхожу и с ножа, его с ножа. А где он? Он тут же должен стоять. А, нет. А, вот он. Геймер, нужно же бежать, бомбу разминировать, а ты стоишь. Эх, геймер. Так, а можешь GTA опустить? Как это опустить? Капец, я орнул. Где сын? Сын сейчас в школе. Я отрываюсь по полной, дома один класс. Так, ну не знаю, сколько еще стрим будет идти. Уже, по-моему, 40 минут. Сейчас чувак зайдет. Ну еще поиграем. Потому что еще домашние дела есть. Нужно же дома. Сейчас чувак зайдет. Отец, привет. Ты не пожалуйста. Да. Короче, я пересоздаю игру, если вы никого не приглашаете. Парни, все. Мы уже приглашаем. Все, жду тогда еще одного. Давайте быстрее. Ну как так играть-то? Так интересно. За одной командой есть преимущество дикое какое-то. Хопа, прыжок. Все, у меня АК-47, ну я должен же в кого-то хоть раз попасть-то. Вон, там битва. Ой. Потеет. Битва. Вижу, бегу на помощь. Есть, одного нету. Опа! Ну что ж такое-то, а? Почему я не могу в голову попасть? Я же раньше попадал в голову. Что за дела? Как так? Отец, наш бед. Может быть, нужно наушники одеть? Да нет, наверное, не в наушниках дело. А в примизне рук. Так, отец, передай привет. Аноним. Привет, если это твое имя, то тебе привет. Роман Королёв, не повезло Никите. Я да, приглашу, я приглашу. Школе. Ну как не повезло? В чем то повезло, а в чем то нет. Я пригласил. Я думаю, что когда он вырастет, это неплохо то, что он много учится. А может и плохо. Ну короче, ну учится и учится. Ванамакс. Так, пригласить Товка. Товка. Отец. Так, телефонный звонок. Алло. Привет, как тебя зовут? Андрей. Андрей, здравствуй. Что ты хочешь сказать, Андрей? Отец, привет. Так, спасибо. Отец, привет. Все, 5 на 5. Спасибо тебе большущие. Я свои бейки покупаю. Все, давай, пока. Спасибо, что позвонил. Я бейки покупаю. Отец. Так, что-то нос у меня чешется. Не знаю, почему. Меня нормально слышно. Так, ну-ка, 5 на 5. О, все, погнали, парни. Не слышу, что ты говоришь, давай играть лучше. Давай. Вон туда пойдемте, вон туда. Главное, чтобы здесь не было АВ-писта, который всех просто побеждает. Вот он, есть, наконец-таки. Так, флешбек. Нету никого? Отлично. Это что-то там полетело, я не знаю. Так, 5. Присядем на дорожку, тара-та-та. Так, ну я одного-то видели, я попал ему прямо в голову, наверное. Крутец. Ждем противника. Ждем. Хоть бы еще раз сейчас, а в голову. Мне так понравилось. Нету никого. А, вон они все там. Сейчас я их сверху всех. Сейчас мы, во-первых, кинем туда флешбек. Я надеюсь, я правильно делаю. А, нет, я сделал неправильно. А, я своего. Извини, это я тебя светил. Так, флешбека нет. Все. Молодцы, парни. Так, супер стрим, Тимур Плаксин говорит. Тимур, спасибо за оценку. Стараемся. Так, опять мы играем. А я сейчас возьму и перейду, чтобы они играли 4 на 4. Вот так вот вам. Боже, я так испугался, когда ты сказал это. Все, вот так вот. Нельзя играть, когда вас больше преимущества. Тем более контртеррористы вообще играют. Да, кто он что-то сказал, на где он что? Проигрывают по полной программе. Сейчас я помогу. Ведь у меня счет 0-3. А как, я же кого-то убил. А, наверное, когда переходишь, тебя этот снимают. Короче. Как сын после масла. Не успел прочитать. В общем, масла никакого эффекта не было. Может быть, там где-то вдалеке. Наверное, нужно выпить кружку масла, чтобы тебя разорвало на разные части. Ну, не знаю. Слышно просто не слушать никого. Так, я бородач, пригласите меня. Так, бородач. Ну, здесь уже большущая очередь образовалась.
Дач, я бородача тебя записал, брат. Привет из Питера, Игорь Еблашин говорит. Привет Питеру всему. Вообще хочется в Питер съездить. Когда-нибудь эта мечта осуществится. Там, кстати, Костя Павлов живет. И он не то что его приглашал, но там какое-то было событие. Фитфест или в Москве, я не помню. Ну, когда с ним списывались, он такой, о, не приедете. Говорю, нет, такой жаль. Ну, жаль, конечно, жаль, ничего себе. Так, тебе уже 30, а ты играешь в КС? Ты представляешь, я сам в шоке. А ты как это... так-то? Как так-то? Дай бомбу, дай бомбу. Все, играем. Дай бомбу. Бомбу, дай. Они не пойдут на бей. А может пойдут? Сейчас узнаем. Вон наш один стоит, смотрит. Так, я тут буду тогда. Куда? Вон они все там, я вижу, вижу. Они все на пошли, парни. Дай бомбу. Вот они, наверх. Ой, это что такое? Понятно. Через... Есть! Ну класс! Фаст фэр! Раздал как батя. Ладно. Ну и у меня еще будет шанс. Зато мы уже 2-4 ведем. Я кого-то убил? 0-4. Ну так потому что вы все слились. Надо попасть, надо попасть. Надо попасть. Так, куда они пойдут-то? На А или на Б? На А или на Б? Противник куда? Почему? Вот так, не знаю. Вот 3 на Б, 2 на А. Хопа! Не попал. Так, ну что, смотрим. Успею пробежать, не успею. А, должен успеть. Хопа, не готов. Нет, все. О, давай. Есть, прыгай быстрее. Класс. А, вон он еще один. А ему сейчас по ногам, смотрите. Он, наверное, стоял когда там на ногах, у него же, ну, голова выше, и он не видит, что я вышел. Эх, нужно было убить. Нет, у меня опыта игры, так бы я бы его тоже, наверное. Ну давайте, счет у меня поменялся. 1-5! Так, привет из Челябинска, всему Челябинску привет. Нет, не слышал, сразу переходишь к мертвому, не слышал. О, добавь в следующем. О, ребята, я не знаю. Меня слышали? О, смотрите, у меня уже весь листик в ваших никах, поэтому вот Кассио еще просит. Кассио, ребята, не знаю. А, я, наверное, знаете, как сейчас сделаю? Я сейчас создам закрытую, эту самую, и приглашу всех, кто был в списке. О, точно, только не забыть бы. Так, Б, автопокупка, вот, и будет крутец, по-моему, никому не будет обидно. Так, нет, начинай. Отец, привет. Нет, не беги за мной. Не беги за мной! Он вообще ничего не скажет, он не слышит. Точнее. Так, по-моему, уже на Б бежит, потому что на Б стоит только один наш. А нужно, чтобы много на Б стояло. Хопа, флешбек пошла! Нету никого. Нету никого. Все, сейчас я его убью. Нет, не убьют. Все на А. Они на А, наверное. Нет, мы на Б, мы на Б. Погнали. Вон он. Есть! Отец, не надо создавать закрытую игру, пожалуйста. Хочу. Да, не надо. Вот это был крутец. Так, там еще один что ли? Куда? Давай. Ну, пожалуйста. Мы на Б, отец. Сейчас флешбекну я его. 4. А, нету флешбека. В прыжке, смотрите. Хопа! А его нету. А как это? Что за ниндзя? Ниндзя стайл. Я даже не знаю. Может, я его убил? А ну-ка, мы сейчас сделаем вот так. Опа! Я даже не знаю. А, мы бомбу будем охранять. Отец, пожалуйста, не создавай свою игру. Опа! Есть! Минус 2! Крутец! Классно, парни! Так, пригласи меня, Warrior Slog. Так нечестно. Так нечестно. Варриор. Я взял лобаку, сейчас создавать буду. Заткнитесь. Не только вы хотите играть, еще другие люди тоже хотят играть лично. Закрытый. Опа, прыжок не попал. Лучше пусть кто не играл, поиграет, чем опять одни и те же люди будут играть. Давай. Только три тирана. Опа, нету. Хоть бы убить кого-нибудь, а хоть бы убить. Нет, никого нет. Нету. Давай. И тут нету.
Есть! Мне цель! Нормально! Так, ладно, поменяем-ка мы оружие. Опа! Крутец! Молодцы, парни! Дубль 2! Давайте еще раз сейчас затащим. Спасибо, Батя! Так, пригласи меня З, маленькая, и Эктер. З. Все в тебя. Ектер. Ектер. Так. Сейчас будет все, ребята. Сейчас будет игра со всеми, кто пишет в чате и просит пригласить. А что, у нас один? Ну, там опять, ну как так играть, а? Опять в шестером играем. А я в следующем раунде перейду. Так. Что-то я без флешбека. Ладно. Что-то нас оставили вдвоем, блин. Не попал в меня никто. Погнали, парни. Давай. Бомбу дай. Все противники. Вон они сейчас на А пойдут, да, все? Я правильно же рассуждаю? Так. А там наш охраняет один. А где же они тут все есть? А вон он! Опа! 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 Ну почему ты умираешь? Вот есть! Я опять кинка просто. А вон они все. Флешбек пошла. Вон он! А, нет, нет шансов, там двое. Ну елки, ладно, это счет 5-5. Чекни в ВК, плиз. В гостях у Пупсиня. В гостях у Пупсиня. Слушай, ник вообще прикольный. А зачем мне в ВК заходить? Непонятно, не буду в ВК заходить. Так, прыжок, не попали. Но они все почему-то бегут. О, я на первом месте, я в Виталии. Так, флешбек. Есть. А почему я его так быстро убил? Ну, мне очень приятно. Крутец. Вот это крутец. Так, я надеюсь, что я еще сейчас кого-нибудь победил. Ну давай, так надо перезарядиться. Давай. Нету никого. Вот, нужно здесь запрыгивать. Я знаю, меня Никита учил. Опа. Ставьте один на видео остался. Бомба has been planted. Вот это попадос. Все, они меня сейчас быстро убьют. Тем более три на... О, есть! Г! Я на ходу прям меняю. На ходу меняю. А где они все? А где они все? А они все, что ли? Нет еще... А, негодяй. Так, пригласи меня, мой ник Фнатик. Так, Фнатик. Все, сейчас все будут приглашены. Все. Потому что вы пишете, вы же хотите сыграть. А заходят все время одни и те же. Отец молодой. А все хотят. Молодой. Так, ну давай. Отец молодой. Что ты идиот? Опа, флешбек. О, они туда пошла. Тем конец. Так, тут нету никого. Хорошо. А вон наш стоит. Наш стоит, да? Правильно, это ж наш. Опа. Они все на А пошли. Наверное. Я даже не знаю, что делать. Я сейчас обойду сзади, значит. А вот он. Ну пожалуйста. Пожалуйста. Ну пожалуйста. Он перезаряжается. Не попалите. Давай, добей его просто. Ну пожалуйста. Крутец. Между прочим, я один его смог победить. Дайте мне последний. Все, на, они все на, погнали. Мы не знаем, где Ласт. Где Ласт? Ой, походу Б. Я вангу, это Б. Ну я ему урон нанес, я вообще похож. Странно, странно. Отец, можно с вами поиграть мой ник? Вот Марвин. Ребята, кстати, все добавляйтесь сами в Steam. Минус, давайте диффузить, пошли. Ссылка есть в описании. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Вот Марвин, наверное, Марвин. В Steam есть, ой, в описании к этому видео есть Steam Никитин. Ну, Steam вот этот вот, по которому мы играем. Поэтому добавьтесь все сами. И без проблем, сейчас сыграем. Какой счет-то? Парни, 6-6, давайте затащим этот раунд. Найс. Отец, Зектор в противоположной команде, короче, мой друган, мы с ним в скайпе сидим. Это так, чисто для инфы, ну, если понадобится. Я не слышу, что вы говорите, извините. Понятно, понятно. Я слышу, что что-то говорят, а что, не понимаю. Так, все, ждем. Сейчас все будет. Это что, понял? Коробка 2. Вот это дисконнект, люля, кебаб, динасовер. Люля, кебаб. Вообще крутец, ты играешь классно. Так, пригласи мой ник. Аниме МЛГ. Аниме. Аниме.
Ну за что мне? Не надо выкладывать. Да, все, я надеюсь, я сейчас всех добавлю. Да, хочет потом на ФК. Выгнать игрока кинг. Не надо кикать. А зачем выгонять игрока кинг? О, на ФК! Нормально. Я не слышу, там можно играть. О, на ФК! И теперь нужно поорать, да? Так, не ругайтесь, парни. Единственный нормальный человек здесь это вот батя. Так, ну сейчас этот опять выбежит, и я его быстренько с флешбеком. Сейчас мы вас затащим, люди. Опа, нету. Опа! Она! Есть! Спасибо за купление. Есть! Сука, он у меня ни разу не попал, да? А наш с автоматом? Его слепительный нормально. Как ты так? А, он меня ждет, да? Ждешь меня, негодяй? А я-то выходить не буду. Я вообще отсюда уйду. Все, короче, разбирайся тут сам. Не-не-не-не. Маник хочет у Александра. Спасибо. Есть! О, бум has been planted. Бум has been planted. А! Не успел я его почему-то заметить. Ну все, у нас еще один остался. Опять меня он убил. Вот негодяй. Вон наш пошел. Давай, тащи. Дерс, вы меня слышите? Давай. Давай. Давай, куда? Давай, я тоже, блин. Ладно, парни, спасибо за игру. Да, давайте, да, я думаю, сейчас создам, но я сделаю закрытую, да, приглашу всех, кто просил давай в чате. Меня. Давай меня. Давай меня. Отец, пригласи меня. Так, сейчас нажмем Shift Tab и пригласим всех, кто приглашался. Кто хочет добавиться в друзья. Вот, 14! Так, добавляем. Workman. Волси Морок, Аниме МЛГ Вилли Чикен. Этот ник я не буду говорить, потому что это мат. Бот Марвин, твой Дадан. Крестник, Warriors Lock, Алехандер АМПРО. Так, Трофи Плей 04, Пропер. Так, ребята, все, я надеюсь, я всех добавил. Сейчас мы будем добавлять в игру, играть. Так, играть с друзьями. Тут нужно закрытую как-то сделать. Так, изменить. Закрытое. Так, погнали. Так, у меня есть список. Самое вредное. Эй, Дэдпул, нет, я тебя не приглашал. Так, самое вредное. Пригласить в лобби. Так. Так, Мега Хелл. КЛМНЭ. Да, нету Мега Хелла. А нету Мега Хелл. Вот бот Марвин, по-моему, просил, да? Бот Марвин. Так. Так. Кто еще просил? Бот Марвин с нами. Самое вредное. Мега Хелл. Тейлбой, по-моему, был, да? Тубой был. Аниме МЛГ просил. Тейлбой, по-моему, был. Кассио просил, помню. Чикен, чикен. Чикена нет. Так, аниме МЛГ я не вижу. Так, ну-ка, Мегахелл, Тейлбой, Товка, Бородач, Кассио, Варюз. Так, сейчас у меня зрительная память должна сработать. Так. Так. Так, вот аниме МЛГ. Не знаю, приглашал бы. Так, Товка, вот. Хаттаб, Шлюля, Кебаб, Пораду, Бритюхинде. Ну все? Наверное. Так. Самое вредное с нами. Так, все с нами. Так, еще раз пробегу глазами. Может быть, я кого-то пропустил. Так. Так. Ну если. А вот Бринг. Нет, там Кинг. А Кинг я пригласил Кинг. А Кинг не пригласил, а Кинг просился. Так, ну все, ребята, я, по-моему, всех пригласил. Сейчас мы делаем открытую. И еще к нам зайдут. Раз, два, три, четыре, парни. Так, параметры игры. Я же, наверное, все правильно делаю. Так, даст два найти, принять обычный. Не выходите. Погнали. Так, телефон.
Все, давайте, еще один. Еще одного ждем и все, запускаем. Так, все. Так. Только. Звонков нет. Геймер 337. А у меня тебя тут нету почему-то. Я тебя уже приглашал, кстати, геймер. Ну, вот надо было раньше мне чат почитать. Так. Так, так, так. Ну все. Ну извините, кого я не пригласил. Боткик, боткик, боткик. Трипл боткик. Так, ну что, давайте ждем. Так, звонков нет. Так. Извините, парни. Не обижайтесь. Так, боткик. Эмбар дача не взял. Ну потому что, не знаю. Потому что ваши ники написаны там с такими всякими этими самыми. Я искал бородач. А там, оказывается, М-бородач. Все, ребята, извините. Только, пожалуйста, не обижайтесь. Алло. Сейчас все будет, ребята. Привет, это... Привет, привет, как тебя зовут? Я хотел вам сказать, что у вас было миллион. Сейчас будет вообще не будет. 3 миллиона, 10. Спасибо. Что-то еще? А? Что-то еще будешь говорить? Как тебя зовут, ты не сказал-то, самое главное. Андрей, ну вот, чувак, другое дело. Бил. Ну все тогда. Да, до свидания. Давай, пока, пока. Все, Андрюха нам пожелал, чтобы было просто дикое количество подписчиков. Надеемся, что с вашей помощью мы этого достигнем. Просто поставьте лайк под это видео и расскажите всем своим друзьям о том, что есть такой канал. В гостях, Пупсин, я тебе ссылку скину, чтобы меня в Steam добавил. Добавься, пожалуйста, сам в Steam. В Steam есть в описании все эти самые, все ссылки. Поэтому, ребята, добавляйтесь сами. По-моему, там несложно добавиться сами. И тем более ссылка есть. А почему наши стоят? А почему наши стоят на базе? А мы ее, а где все остальные? Я уже выехала, я уже выехала. Мне не надо это делать. Я даже не знаю, что они тупые. Дэдпул, я попробую затащить. Хопа! Хопа! Отец, спасибо тебе инфу. Ну давай! Хопа! Хопа! Все, надо оттуда щи. Не иди туда, не иди! Как так-то? Вот это да! Сзади попал в меня. Ну ладно, он всех обошел и разорвал сзади. Когда в CSGO обходишь сзади, то это, ну, круто считается. Это тактика, все дела, поэтому никаких претензий. Динозавр крысу со спины убил. Короче, где остальные-то, ребята? Let's go. Не знаю. Почему остальные не присоединились? Как так-то? Там просто парни долго загружается очень. А ну-ка, я сейчас попробую отсюда приглашать как-то. Если они с тобой не играют, то они изначально загружают. Я так, магазин, сообщество. Вот, друзья. Так. Во! А ну-ка. Мне тут нету. Я не знаю. Надо у Никиты спросить, как приглашать друзья-то. Да я понял. Не знаю, как приглашать друзья. Вот Ванамас. Приглашаю тебя, друзья. Пригласить в игру. Самое вредное. Пригласить в игру. Не знаю. Вот те, кто написал в этот самый в чат, они у меня тут появляются как-то. В этом стиле. И я могу на них правой кнопкой нажать и пригласить в игру. О, у меня какое крутое оружие. Вау! А флешбек у меня есть. Флешбек у меня есть. Так, погнали. Опа, в прыжке. Я даже не знаю, что тут происходит в этом раунде. А это, наверное, самое начало. А вон он сейчас выйдет отсюда. О, есть Дэдпул! Дэдпул. А, нужно на shift нажать, тогда он крадется, как бы, да? А-а-а, я знаю эту штуку. Давай, выбегаем вдвоем. Нету. Нету никого. Где все противники? Крутец. Опа. Нету, Дэдпул, давай! Я контролирую... Вон он! Есть! Крутец. Вон! Как так-то? Так, ну как, пригласить? Давай, напишите в чат. Вот, Ванамас. Или он с нами, я не вижу. Пригласить. Фнатик. Короче, проиграл. Пригласить в игру.
Самое-самое. Приглашал. Ты пришел за ту команду. А ну-ка, кто с нами-то? Ванамас. Что 5 на 5 вам? Самое-самое. Нет. Ну вот я пригласил в игру. Давайте. Давайте. Или все? Нет. А, во, все, 5 на 5. Погнали. Так, автопокупка. Во, калаш, это крутее. Че, побегут за мной? Погнали. Побегут. Одного уже минус один. Да. Так, наш уже тут стоит. Ничего себе, он какой быстрый. Опа! Нету, нету никого. Вон, вижу, 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 вижу. Нет. Да, Рова. Товка, Товка, ты прям тащишь, молодец. Так. У меня не загрузило. Ваншот Риал. Я не знаю, почему ты не загрузила. У других-то загрузила. Не рад бы помочь, но не знаю как. Так, что-то я вообще сегодня плохо играю. В чем дело? Вроде утро не встало. Ну, надо собраться. Так, все, все, все. А, я знаю почему. Потому что стоит это. Нужно сделать мышку чуть поменьше. Я надеюсь, в этом дело, а не в том, что я криворукий. Так, вот два сделаем. 2.1.91 назад. Ну-ка, сейчас поехали. Опа. Поехали. Вот сейчас должен прям, прям ух, разнести всех в клочья. Опа! Но это просто мне повезло, что он меня не убил. Поэтому здесь никакого скилла не было. Я так предполагаю. Опа, никого? Никого. Вот тут никого, вот тут тоже никого. Так, а бомба где? У кого бомба? Почему бомба не идет? А, он один остался. Погнали. Ну куда? Нужно на аж бомбу ставить. Ну ладно, 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 ладно. Вон он. Все, я рассказал команде, где он стоит. Поэтому сейчас мы его убьем по-быстренькому. Алло. Привет, как тебя зовут? Максим, здравствуй. Что ты хочешь сказать, Макс? Чтобы у вас было миллиард подписчиков. Так. Вы... Ну, чтобы у вас было всегда много стримов, много зрителей. И это я в общем. И я хочу, чтобы вы меня добавили в Стиме. В Стиме? Я никого не добавляю. Добавься, пожалуйста, сам. Там в описании есть ссылка. Погануло. Хорошо. Хорошо? Все, тогда пока. Пока. Давай, пока, пока. Крутец. Так, все, я стою в углу. Меня кто-то... Я сейчас попробую. Негодяй. Меня есть. Так. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Меня ты гаси мой ник твой. Да там. Короче, вот эта затея с тем, что я приглашаю всех, по-моему, она себя не оправдала. Потому что я кого-то приглашаю, а кого-то не приглашаю. И начнут обиды какие-то. Нет, не буду так больше делать. Вот не знаю, не знаю, как быть, короче, чтобы всем было приятно, чтобы без обид все прошло. Надо думать, в общем. Надо что-то как-то придумать. Вот мы с Никитой придумали, что всех выгонять. И, ну, когда заново список... Все. Да, не... не, вообще... Это будет, это вон! Вон! Давай! 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 Все, все-таки меня забили. Эх, а ему-то нет. Чуть-чуть оставалось совсем, а? Инфу говорить. Даже не знаю. Так, меня пригласили, ребята. Бородача сейчас приглашу. Сейчас постараюсь, Бородач, тебя найти. М, Бородач, М. М. М, Бородач, и пригласить тебя. Вот так вот, такие вот дела. Буду по одному теперь приглашать. У меня. Так, передай мне привет, мистер Милки Вей. Привет, мистер Милки Вей. Алло. Алло. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Даня. Да. Привет, Даня и Андрей из Питера, пожалуйста, хорошо? Да, без проблем. Даня и Андрей из Питера, привет от меня огромный. Пойдет? Красавчик. Что-то проигрываю. Спасибо. Не, ну я прикольно играешь, это, наверное, неправда. Так себе я играю. Пожалуйста, ребят. Калаш купи. Ладно, не надо. Купить за террористов и за КТшников калаш, блин. Ну давай, какой ник? Это тупо. Ник большими
Это было. Может быть, дать? Ла 100? Да ладно. Четыре? Ага. ИКА. Ладно. И все это большими буквами. Ага. Ну ты добавь всех, пожалуйста, в Steam, в друзья, хорошо? А у меня просто еще ограничения, понимаешь, я не могу добавлять. А что за ограничения, расскажи. А вот я купил Counter-Strike недавно, и поэтому мне надо купить игры на $5. Слушай, извини, пожалуйста, но я так не делаю. Я, во-первых, не умею добавлять. Они 5 на 5. Ребят, аниме MLG. Ну хорошо, я постараюсь не забыть. Хорошо? Короче, мой друг, добавь его. Ну все, тогда давай пока. Давай пока, пока, пока. Он тебя не забыл. Ребят, дайте. Так, ну вот так вот поговорили с Питером. Камалу падать. Все, я надеюсь, что сейчас мы затащим. Все, погнали, парни! Отец. Погнали, я тебя сейчас попросил, короче, добавить меня лампочка. Туда бегим, вон туда. Левее чуть-чуть. Ребят, аниме. Да что ж за дела-то, а? Мне даже не дают стрельнуть. Как так-то? В общем, мой уровень игрока в CSGO оставляет желать лучшего. Ну, потому что я еще и разговариваю, и читаю, и туда, и сюда. Так, Алексей Галушко, отец, ты крут. Спасибо тебе большое, но я такой же, как и все остальные. В абсолютно без этих. Так. Просто я веду канал. Вы слышите, а так, аниме вот такие бати есть, намного круче меня. Окей. Есть МВП, ребят. Я тоже неплохой, но есть и прям 100%. Подожди. Я стараюсь быть хорошим папой. Ну, кому да? Дать? Кому дать ВП? Так, давайте, ВП, парни, давайте, тащим. Да. Нормально, врагов ты тогда, нет, сейчас короче, их обойду, я отсюда просто всех расстреляю. Флешбек, пошла. На прифайре голову через смог, через... Есть! 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 Наконец-таки я сделал хедшот этому товке! Так, погнали все в обратную сторону. Потому что здесь все, мы всех раскидали. Потому что у меня супер калаш, как его посмотреть-то? Выстрелились! Как его посмотреть-то? F, по-моему. Вот, вы видали, какой крутецкий калаш. Не знаю, откуда он у меня... Наверное, у кого-то он был, и его убили. И после этого этот калаш стал моим. Так, погнали. Погнали за бомбой. Ну, сейчас меня там убьют, я прям вижу это. Опа! 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 Есть! Ну, давай! Ну, давай! А почему они не стреляют? Эх, машина, в ящике помешали. Нужно было подпрыгнуть и присесть правее еще. Давай, Дэдпул, давай! Эх, вы, Дэдпул. Мы врачи стали, так, чуваки. Так, почему мы играем? Кто-нибудь за нас перейдите из ТТшников? Да сейчас я затащу, не бойся. А, они все равно тащат, они все равно выигрывают. А, все. Так, М. А, нет, не М, Б. Могу подать. И гранатище. Все, погнали. Куда бомба побежит? Куда бомба, туда я, куда бомба, туда я. А Кинг стоит на месте. А Кинка, вы АФК, что ли? Не-не-не, вон он. О, выкинул бомбу. Ах ты, Кинг, негодяй, я тебя пригласил. А ты не хочешь играть. Ладно. Ну, наверное, какие-то проблемы с технической связью, Кинка. Я буду надеяться, что в этом дело. Они... Так, все, туда мы не пойдем. Это был противник. Нет слов. Не пиши. Звонит домофон, пиши. Это неужели Никита пришел? Но если Никита пришел, он просто вам передаст всем привет и не будет играть. Потому что у нас с Никитой много дел. Невероятно много дел. Так, и вообще, ребята, наверное, стрим подходит к концу. Уже час с небольшим я уведу, час 10. Домашними делами тоже нужно заниматься. Давайте мне телефон, я отвечу. Алло! Привет, как тебя зовут? Это Даня, в эту карту в Dust 2 32 игрока смогут? Да. Да ты что? Сейчас, слушай, я протестирую. Сейчас.
Сейчас протестирую. Все, спасибо. Все, давай. Давай, 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 пока. Ребята, сейчас мы протестируем эту новую информацию. Вот это крутец. 32 игрока смогут играть. Никита пришел. Никита, ну извини. Ты, нет, ты сегодня играть сейчас не будешь. Можешь поздороваться со всеми. А ты знал, что можно сделать, что 32 игрока будут играть? Вот я тебе говорю. Сейчас тебя научу. Я не знаю, правда это или нет. Давайте, ребята, добавляйтесь. Тут же ее нельзя. А, может тут ее можно там сделать. Так, а ну-ка. Макс. Плайерс. Вот! 32. Не знаю, что тут написано. Очень плохо видно. Так, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Запустить. 32 игрока. Вот это жесть. Прикинь, Никита. Ну ты привет не сказал никому. Никита, что получил сегодня? Ничего. Ничего не получил. А как же? 5 по-английскому. Никита, молодца. Так, продолжить. Террористы. Ну-ка. Ну-ка. Боткик. Нет, подождите, боткик не будем. Макс. Нет, не Маз, а Макс. Плайерс. 32. Вы что он пишет? Не знаю, что он написал. А ну-ка посмотрим. Здорово всем. А если не будки, а вот АДД, наверное. Во-во-во, вот АДД. Отец, ты меня типа игноришь. Можешь типа убрать из игнора, я тебя добавить не могу. АДД, допустим, 10. Ерор, ну, что-то там. У него 250 человек в друзьях. Он обновится скоро. Во, погнали! Давайте, парни, вы видали, сколько игроков много? Да. Так. А вот бот, отец. Бот-кик, отец. Да, надо написать в самой игре тут. Нет. Бот-кик. Вот, а. Бот-кик. Нет, ботов тоже кик. Много-много игроков управляют. Бот-кик. Вот что за баланс? Он просто все затерялись. Так, короче, ребята. Сейчас я выйду отсюда. Пикните ботов. Сейчас, к сожалению, уже времени не осталось, чтобы, ну, потому что Никита пришел, он уже дела свои делает. Спасибо, что пришли на стрим. Приходите еще вечером, не знаю во сколько, мы еще потом с Никитой обсудим, во сколько еще будет стрим вечером. А сейчас он подходит к концу. И я завершаю трансляцию. Спасибо еще всем. Покеда.